Friends! Ну или по старинке, всем привет! Вы уже ощущаете приближение зимы? Один из показателей холодной погоды на улице – это ваше дыхание. Так совпало, что сегодня, 12 ноября, день видимого дыхания на холоде. Это когда ты делаешь вот так, и можно увидеть разницу температур вашего тела и окружающей среды. Пока одни дышат на улице, вторые готовят сани с лета, а точнее лыжи и коньки к осени. Массовых любителей конькобежного и лыжного спорта ждут теплые раздевалки и прокатный пункт с 400 парами коньков и таким же количеством лыж с ботинками. Ждем не дождемся сибирских морозов и всех любителей зимних видов спорта к нам в гости. А то вдруг горожане подзабыли, какое время грядет и чем оно хорошо. Не любите лыжи? Тогда отправляемся в 12 ноября 63 года для культурного просвещения. Польский автор Криштоф написал полную гнева, скорби, иронии пьесу «Ключ от пропасти». Эту полную раздумий о будущем пьесу можно увидеть во Дворце культуры нефтехимиков. Говорят, что пьеса произвела фурор на наших ангарчан. Все были довольны, увлечены игрой актеров и ушли с мероприятия в хорошем настроении. Что не скажешь про начальника трампарка. В 1970 году в газете напечатана статья с милым названием «Еще раз о зайцах», но далеко не с милым содержанием. Зайцы обходятся дорого и трампарку, и государству. Только по четвертому маршруту за 9 месяцев пропрыгало мимо 34 тысячи рублей. Любителей проехать на трамвае даром решено наказывать штрафами, осуждениями в СМИ и сообщением на работу о нечестных гражданах. Что интересно, это помогло, и некий процент зайцев снизился, но не исчез. Вот сейчас все иначе. В основном предпочтение отдают автобусу или личному авто. А чтобы зайти в тот же автобус, нужно пройти мимо водителя и тут же заплатить ему за проезд. Но должна заметить, прокатиться на многотонном вагоне, это я про трамвай, иной раз весьма романтично. Особенно поздним вечером, когда из общественного транспорта по улицам только и ходят трамваи. В общем, зима близко. Утепляемся, готовимся к снежному сезону. А я пошла готовиться к следующему выпуску нашей рубрики. До встречи на улицах города. Пока-пока.